Привет, друзья! Вот еще один шикарный магазин вас привезла. Вот. Тоже здесь перед Рождеством. Много всяких интересных прибамбасиков. Этот магазин тоже из дорогих. Это в Сан-Хелен. Вот. Покажу вам немножко, как он выглядит, чтобы вы имели представление. Сегодня тут людей не очень много, потому что будний день у нас. Ну, тоже магазин интересный. Но вы знаете, цены, конечно, очень большие, очень дорогие. Этот магазин большой. Тоже вот украшения всякие разные тут у них. Вот я когда смотрю на цены здесь в этом, это Оазис называется, видите, написано. Я когда смотрю на цены, вот видите, вот просто вот такая проволочка опущена в вазочку. Кстати, я сама такую тоже себе сделаю, вам покажу. Вот эти вот огонечки, вот они на двух батарейках, элементарщина такая. Эти огонечки продаются в паунтовом магазине за фунт. Ну, допустим, 2 фунта ваза, но здесь продаются 9-10, видите? И вот дальше вот эти вот все цены сумасшедшие. Вот смотрите, light holder написано. Ну, то есть вот лампочку или свечку туда внутрь ставят. Вот такая вот вазочка обычная, элементарная. 10 фунтов, друзья. Вот они сейчас тут наловчились вот этими вот огонечками. Если видно, вам здесь тоже горят огонечки. Вот напольная ваза. Но сейчас светло и не видно, что горят огонечки. И вот они делают такие вот украшения. Представляете? И продают в 2 раза дороже уже. Я вот знаю, что многие мои дорогие любимые подписчики вот пишут мне, что они смотрят мои видео и потом кое-что себе применяют, как вот для сада, так вот, может быть, и украшения какие-то, декорации. Ну, я и сама такая, я вот тоже хожу, иногда что-то найду, высмотрю и применяю, делаю сама. Получается, во-первых, своими руками интересно, во-вторых, намного дешевле. Вот здесь вот огромный целый стеллаж. Деревянные фигурки. Деревянные изделия. Вот, наверное, цену видно вам. Вот сова элементарная. 80 фунтов. Вот этот вот орлик. Или это тоже сова? Тоже 80 фунтов. Вот 3 лягушечки таких красивых. Ну, это дерево, конечно, вырезано. Ну, вот и цена. 200 фунтов. Вот опять драконы всевозможные. Этот 85. А этот 60. Вот такая кобра раздувает капюшон. За 45 фунтов. И притом очень неудачно у нее получилось. Видите, вот это дерево с таким сучком обычно не воспринимается нормально. Вот еще дракончик симпатичный, тоже 60 фунтов. Кстати, вот эти вазы вот прикольные. Мне нравятся. Вот смотрите, стекло. Вот оно так вот сделано специально. Когда было теплое, наверное, его насадили на этот кусок дерева, на этот пенек. И вот он так вот застыл. Вот 37 фунтов, это тоже. Вот разные пеньки, видите, и разные на них вазочки, типа таких, вон на них полно тут. Интересная задумка. Вот тут целая секция, вот видите, вот эти вот на стенку вешаются всякие надписи, записки. Чё тут только не пишут, все, что хотите, вот видите. И вот вы знаете, вот эта вот история, она меня удивляет. Но это настолько популярно все. Это настолько всегда все себе используют, декорируют и спальни, и кухни, и вот все жилище свое. Видите,
Ну, а тут для бара бывает, а бывает и для дома. Для дома, для квартиры. Представляете? Вот они очень любят вот такие вот записки. Ну, вы, наверное, тоже в курсе уже. Ну, еще здесь вот полно вот такой состаренной мебели. Это все в стиле шаби-шик. Вот. Вот они очень дорогие. Вот эта вот тумбочка несчастная, 150 фунтов. Вот этот столик, 125, видите? Вот так вот он состарен. Вот кто занимается, может быть, будет вам интересно. Просто вот это вот как бы даже шпаклевка сначала. Нет, сначала покрашена разными красками. Потом вот немножко прошпаклевано, прошкурено. Вот так специально состарен. И вот так вот сейчас модно. Вот полно, как и хотите. Этот вообще 225 какой-то. Супер шкафчик такой. Стол, вот видите. Вот такая скамейка в сад из старой лодки. Похоже, что из старой лодки. $450, вот такая прелесть. А это вот прекрасный вид, картина, видите? Это наш Нидлс, который я вам хотела показать, так и не до сих пор не доехала туда. И это вот регата как раз вокруг. Это не каждый день у них так. Это вот именно в регату, тоже вам показывала регату на острове у нас. Вот так вот декорированы обычные бутылки. Вот такая подставка оригинальная, тоже из дерева, видите. Здесь вот натуральные морские звезды, высушенные. £50. Вот такая большая, 2,25. Вот наборчики такие симпатичные. В бамбуковой штучке. 4,25. Ну, то есть, получается, если у вас есть фантазия, если у вас есть ручки, приложить, есть желание. Вот, пожалуйста, можно самому все это делать. И не платить по 20 фунтов. Ну, не знаю. Вот постельная тут у них, белье, кровати, опять подушки. Вот еще такая кровать убрана. Вот полно всяких подушек декоративных. А это то, что вам много раз говорила и показывала. Вот эти вот к Рождеству дил олени. Вот. Это у них любимое украшение. Это на улицу перед домом. Вот они такие покупают, ставят. Вы знаете, довольно дорого. Ну вот, нравится им. Вот секция очередная. Новогодняя такая, видите. Тоже камин украшен. Очень красиво. Здесь какая-то странная елка. По-моему, даже слишком что-то много на ней напихано. Вот эти ноги, даже не пойму, чьи и зачем. Я не понимаю такого убранства. Вот щелкунчики тоже у них очень популярны. Почти всегда на Крисмас, на Рождество можно купить. Наткракер. Ну, наверное, в связи с этой замечательной музыкальной оперой «Щелкунчик». Великолепной новогодней детской сказкой. Щелкунчик у них популярно. Вот они его продают. Вот другой зал. Уже другого цвета все, видите? Вот это опять рождественская сказка. Продолжается, друзья. Хочу вас порадовать красотой. Хотя, вы знаете, уже я давно, долго довольно-таки, видите, практически 10 минут хожу с камерой, снимаю.
И уже персонал забеспокоился, что-то уже несколько раз пробежали мимо меня, все смотрят, что я тут делаю. Почему я вдруг видео снимаю? А что случилось? Они это не любят. Ну вот еще очередная такая красавица елка в голубых тонах. Ну, знаете, я не знаю, как вам. Мне кажется, что-то как-то уж избыток игрушек. Или это сейчас модно так? Ну, уж очень много. Ну, вот опять веночки, видите, на дверь входную. И вот даже так можно, видите, просто в банку красивенькие насобирать, шишки уложить. И красиво. Я же говорю, была бы фантазия. Вот такой из шишек шикарный подсвечник, видите, на 4 свечи. Вообще шишки у них очень тоже популярны, декорируют все. И тут же сразу и шишки продаются для декорации, видите. Вот такой вот в сетке шишки. Ну, я извиняюсь, 6 фунтов. Вот такие вот деревянные всякие брусочки. 5,50 для декорации. Вот еще всякие шишки. А по мне, так легче самой в лес сходить и самой все это сделать. Ну, кому что и кому как. Ну, вот такой, друзья, небольшой обзорчик опять в новом еще одном магазинчике. А на этом все. Пока-пока.